подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о небольшой новости на моем канале. 47 тысяч подписчиков. По чуть-чуть собираю. С такими темпами еще, наверное, до 50 тысяч, еще, наверное, 2 года буду собирать. Ну, сколько есть, столько есть. Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал или хотя бы посмотрел хоть одно мое видео и послушал мои мысли. Дальше я покажу статистику моего канала за весь период. Я это делаю регулярно. Покажу, что удалось сделать, что не удалось сделать, какое число просмотров. Ну, полная статистика по моему каналу. И от себя еще хочу сказать, что, конечно, не все удалось загрузить, что я хотел. Не все удалось сделать, потому что, как говорится, навалилось много проблем, и ремонт квартиры, и работа на даче, и коронавирус, и параллельно ко всему этому еще надо делать какие-то видео, а создание одного видео забирает, ну, как минимум, несколько дней. Перевод еще на английский язык, это все забирает огромное число времени. Все, что могли. Конечно, будем продолжать делать видео, у меня огромный список написан. Все, что я должен сделать, не забыл и про терабумаги, не забыл и про продолжение книги Енаха, 3 части уже загрузил, буду продолжать еще и послание Энки и прочее, прочее, прочее. Все это в процессе, например, чтобы сделать хотя бы одно видео о терабумаге, переделать его полностью, это нужно несколько месяцев полностью. То есть я не могу потратить 2 месяца на одно видео, и потом его будет всего лишь там 2000 просмотров. Я его как-то частями буду делать, как-то по чуть-чуть, и выложу, ну, конечно, выложу одно видео, но чтобы сделать его, это, не знаю, наверное, год надо, чтобы потратить на него, чтобы сделать, переделать хотя бы одно видео. Все остальное по статистике моего канала вы видите дальше видео, покажу весь отчет о проделанной работе за последнее время, за все время существования моего канала. Спасибо всем за просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.